активное восстановление. Вчера у нас был лед по желанию, либо штанга, либо лед по желанию. Так что сегодня новый бой, новый вызов. Опять же, опасный соперник, который очень хорошо играет в обороне, хороший вратарь, опасно контратакует. Не станет ли такой проблемой мотивации? Ну, вы знаете, проблема мотивации. Раненый зверь, он всегда опасен. В принципе, себе сейчас такой ситуации, что им отступать уже некуда. Они на каждую игру выходят, как на последний бой. Поэтому я не думаю, что с мотивацией сегодня будет какая-то проблема. Вы сказали, что очень так организованно в защите играют. А тогда мы за счет чего сегодня будем их обыгрывать? Мы за счет, опять же, командных действий. В зоне атаки нужно играть поострее. Нападающие должны лезть на пятак. Там, в принципе, Сибирь хорошо играет, не пускает. Поэтому нападающие должны быть агрессивнее.